Недавняя участница шоу по фигурному катанию на одном из федеральных каналов Мария Кожевникова вполне уверенно держится на льду. И неудивительно, ведь кататься ее учил знаменитый фигурист Алексей Ягудин. То, что в свои 5-6 лет умеют юные ученицы школы по фигурному катанию хоккейного клуба «Брянск», удивило гостью. Малыши занимаются только второй год и уже освоили многие фигурные па. Надо детям давать возможность реализовывать себя. То, что здесь такая школа существует, что кто-то занимается бесплатно. Кто-то платит минимальные деньги, именно это в первую очередь был мой вопрос об этом. Поэтому это здорово, потому что нужно растить тех, кто потом будет олимпийскими у нас чемпионами. Естественно, начинать надо с маленьких детей. И сейчас я знаю, что во многих городах строятся вот такие ледовые дворцы. Это важно именно развивать спорт, чтобы все-таки наша держава оставалась и побеждала, и были даже не в тройке, а на первом месте. Также во время своего визита в Брянск Мария Кожевникова посетила областной социальный приют для детей и подростков. Здесь она пообщалась с его воспитанниками и педагогами, поинтересовалась, в каких условиях живут дети, какая помощь необходима учреждению. Специалисты приюта рассказали депутату о том, что сейчас все больше детей возвращаются в семьи. Мария Кожевникова пожелала всем воспитанникам обязательно вернуться домой и подарила детям сладкие подарки. Елена Смирнова, Александр Егоров, события, Брянск.